Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Уринском районе Пермского края. Вот наши хрюньки. Черныша отсадили. Он уже сделал свое дело. Так что сейчас сидит отдельно. Вот у нас три супоросные свиноматочки ходят. А порос у них будет в апреле месяце. К концу мая поросята будут продаваться. Вот такие вот хрюньки. Четвертую мы еще пока не съели, но уже приготовили, чтобы съесть. Вот так вот. Таким образом у нас обстоят дела. Вот черныш там нюхается. Подкопы роет. Скучно ему одному сидеть. Ну ничего, справится. В общем, таким образом стоят дела у нас на хозяйстве. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пока.